Кучерикас – это баклажаны, запеченные с сыром, творогом и зеленью. Традиционное греческое блюдо. Получается неожиданно вкусно и самодостаточно. Рука так и тянется за еще одним баклажаном. Приглашаю. Если у вас под рукой есть грибы, то их тоже можно добавить в начинку, но в полуготовом или готовом состоянии. Надеюсь, блюдо придется вам по душе. А как приготовить кучерикас, смотрите в пошаговом рецепте. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Яйцо сварите заранее. Баклажаны помойте, отрежьте плодоножку и разрежьте вдоль пополам. В таком виде варите их в кипящей подсоленной воде 10 минут. Не больше. Тем временем сыр натрите на крупной терке, яйцо мелко нарежьте, чеснок и зелень порубите. Чайной ложкой уберите мякоть из горячего баклажана так, чтобы получились лодочки. Мякоть мелко порубите. Ту часть, что очень много косточек, можно убрать. В миске соедините подготовленные ингредиенты, творог и мякоть баклажана. Все хорошо перемешайте и посолите по вкусу. Начините баклажаны сырно-творожной массой и поставьте запекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 20-30 минут. Кучерикас готовы. Украсьте свежей зеленью и подавайте к столу. Приятного аппетита!